У Дніпрі дезінфікують салони трамваїв і тролейбусів щонайменше двічі на день – перед виїздом на лінію та кінцевих зупинках. Сидіння, підлогу, поручні, двері та вікна обробляють спеціальними розчинами, а потім провітрюють салони. Так робитимуть до кінця карантину. Комунальним підприємством «Дніпровський електротранспорт» організована санітарна обработка подвижного состава как в депо ночное время, то есть он после захода в депо обрабатывается, это и все трамваи, троллейбусы. Также промежуточная, скажем так, обработка вторичная, это на в межпиковое время, на, в пунктах отстоя или на конечных станциях. Утром выходит подвижной состав уже обработанный. И в обеднее время повторно ему проводится обработка. Предприятие закупает хорошие дезинфицирующие вещества. Это хлоросодержащие, это аминосодержащие, которые на этикетке имеют название, что они применяются для обработки хирургических палат, применяются для дезинфекции в условиях гриппа свиного, куриного, птичьего гриппа.